Всем привет, я Альфабель. А я Сэмпай. Мы хотим представить вам русскую версию песни про Valve от The Chuck Kitters. Сразу хочу уточнить, что это эквиритмический перевод песни, в котором максимально передан смысл, но некоторые слова могут быть переведены недословно или поменены местами. Подробнее в описании к видео. Надеемся, вам понравится. Приятного просмотра. Погнали. Вы ждали этого всем миром. Раз, два, три, четыре. Здравствуйте всем, я гей-бен, любитель шутеров, вчера ради компьютеров, просто джентльмен. Веселее прошло с момента, как о нем болтал студент. Так непросто быть серьезным, нет резона к новому сезону делать игры мне. Я хотел нам я хоть жил богато, жаль ничему не привело. Вместо консоли и геймпада выбрали старый жалый лоу. Вам за светлым веком вы не видите моей страдающей души. Распродажу позабудьте же, скорее встречайте Half-Life. Алекс. От водопада денег ржавый вентир. Сто лет назад заглох. Застечь его в работе не надейтесь. Но научиться обязан, он научиться обязан. Обязан сосчитать до трех. Что ж, вот мы снова здесь, хоть и давно забыты. И схемы движутся по всей спине. Не стоит ждать чудес, весомый стал наш лидер. И Алекс дал нам шанс сиять вполне. Карточным играм, странным агрегатам зеленый свет горит. Жизнь как лимоны, вы из морозилки. Но научиться обязан, но в этот раз ты обязан писать обязан цифру. Меня пугают эти цифры, так тяжело дать новый старт. Когда повсюду ждут проныры, очередной шедевр в град. Кончай бездействовать иначе, свалиться можем мы в дыру. Эй, держите свои шапки, покажем трипл-игру. Давно он денег зашабел наш вентиль, но ожил вдруг мотор. Он в этот раз хотелось бы поверить, научиться считать до трех. На всех парах раскрутим этот вентиль, чтоб больше не заглох. Работа есть, возьми лом в руки, Дэнди. Но научиться обязан, но в этот раз ты обязан, обязан сосчитать до трех. Это Гладос, The Chuck Kitters. Мои друзья, подпишись на The Chuck Kitters. Раз, два, триумфа вам в делах. Если вам понравился кавер, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. И на мой тоже. А над переводом постаралась незаменимая стежка. Кстати, у меня есть Patreon, на котором вы можете заказать у нас кавер. Ссылочка будет в описании к видео. Спасибо за просмотр. Увидимся на новых каверах. Пока. Пока.